В этом полугодии вам нужно будет рисовать лики карандашом. У вас будут наглядные пособия и видеозаписи. Рисование карандашом, оно особое, отличается от рисунка кистью тем, что здесь больше всего похоже на чертеж. И рисование карандашом — это переходный такой этап, который нужно пройти на начальном уровне обучения. Он очень полезен, а потом он становится вреден, если долго рисовать, постоянно, несколько лет рисовать карандашом, постепенно это вредит рисованию, поэтому лучше скорее переходить на кисть. В карандаше мы тренируем глазомер, тренируем понятие композиции, в общем-то занимаемся больше математикой и геометрией. В этом и большой вред для творчества. Для обучения большая польза, а для творчества вред, потому что в творчестве математика сковывает чувства, выхолащивает все, и образ может получиться безжизненный. Понятно, да? Но и в то же время, если не заниматься геометрией и построением, а просто только рисовать от чувств, то образ получится слишком такой необузданный, случайный. Туда могут подмешиваться какие-то чувства повседневные. И, в общем, икона превращается просто в карикатуру. Поэтому геометрия помогает настроить строгость и упорядочить чувства. А чувства, которые вы вкладываете в икону, они лучше всего воспроизводятся, когда вы рисуете кистью, когда вы вживую пишете. И хорошо, когда вам ничего не мешает. Вы рисуете образ, и все получается. И глаза на месте, и нос, и никаких искажений, никакого уродства. Хорошо было бы так, чтобы работали и все получалось. Но чтобы это было, нужно заложить какую-то систему в свою память, в руку, в глазомер, чтобы эта система уже сама собой срабатывала и помогала вам рисовать уже с молитвой, с душой, живо, свободно, не спотыкаясь о какие-то простые правила. Когда мы нарушаем какие-то правила композиции, то изображение очень сильно искажается. Но речь идет не о том, что в иконописи, в древней иконе все изображения немножко кривые. Это уже другая ситуация. Это может быть по двум причинам. Либо кто-то не умел что-то сделать, либо это специально делалось, чтобы создать определенное впечатление. Это уже другое. Когда вы будете рисовать вживую, то у вас в любом случае все очень одинаково и ровно не получится. Оно все равно будет живое. Все равно будут какие-то искажения, но они будут уже организованы, упорядочены. И по силе выразительности крепкие. Чтобы это все получилось, нужно отдельно сначала поработать с геометрией, а потом отдельно еще рисовать кистью в живом ключе, живой рисунок создавать. Сейчас мы с вами будем строить, измерять, строить постепенно и доведем рисунок до завершенности. Вам нужны твердый, твердо-мягкий и мягкий карандаш, и мягкий ластик. Желательно, чтобы карандаши были заточены по правилам. Примерно такие размеры должны быть у карандаша, чтобы можно было рисовать плоскостью. Когда вы карандаш держите более прилегающим, то можно рисовать вот такими прозрачными линиями, которые имитируют мазки кисти. Карандаш, заточенный точилкой, конечно, не дает такой возможности. Видите, он не прилегает, а если его поднимать, он дает штрих.
А штрих всегда дробит изображение. Ластик должен быть такой мягкий, чтобы мог все легко и быстро начисто стирать, не размазывал грязь. Для начала мы наметим формат. По нескольку раз проводите, пожалуйста, линию. Рука работает от плеча. Это тоже является тренировкой вашей руки и координацией движения. Настраивается глазомер, работа руки, такая физическая сторона. И чем больше вы проводите таких линий, тем больше нарабатывается у вас опыта. Найдем геометрический центр с помощью диагонали и наметим композиционный центр. У нас композиция будет диагональная, и над геометрическим центром мы поднимем композиционный центр. В данном случае композиционным центром являются глаза. Если мы их опустим на уровень геометрического центра, то весь лик будет занижен. Мы будем воспринимать лик как бы на равных. Если еще ниже, то будем воспринимать сверху лик. Как бы мы возвышаемся над ликом. В иконописи принято поднимать лик как можно выше, прямо в край формата, чтобы была субординация, чтобы зритель и молящийся смотрел снизу вверх на изображение. Но у нас есть еще учебная задача. Нам важно лик нарисовать крупно, чтобы разобраться во всех тонкостях. И также, чтобы не было лишней пустоты фона. Но и в то же время нужно так рисовать, чтобы не было тесноты. Вот в этом изображении лик расположен очень тесно. Нам нужно отступить от рамки. Рамка в данном случае является началом того пространства. То есть это граница между нашим пространством и пространством изображения. И поэтому, отступая от границы, мы создаем глубину пространства. То есть мы сейчас будем строить пространство. Иллюзорное пространство на плоскости. Отступим от верха, макушка. Все, что ближе к краю формата, будет восприниматься как объект, который ближе к зрителю, ближе к нам, мы как зрители сейчас. При этом нужно учитывать, что вот это поле самое близкое к нам, среднее поле. То есть, если я одинаково отступлю слева и сверху, это не значит, что в пространстве это одинаковое отступление. Для нашего восприятия этот край будет ближе, чем тот. Такая иллюзия получается. Иллюзия восприятия. Потому что все, что вот здесь, оно близко к нашему полю зрения, к нашей точке зрения. Все, что выше, ниже, уже дальше будет. Тут здесь уже есть перспектива иллюзорного пространства. Еще пока ничего не нарисовано, но относительно рамки уже возникает перспектива и иллюзия. Так что мы работаем больше не с рисунком, а с восприятием человека. Теперь нам нужно увязать вот эти две метки. Макушку и центр композиционный. Так, чтобы найти еще остальные формы. Чтобы наметить общую пропорцию, нам нужно использовать
модульную систему построения, которая всегда использовалась в иконописи, тем более в период поствизантийской иконы. Этот период характерен тем, что традицию иконописи нужно было сохранить, и греки строго соблюдали размеры, и они почти не импровизировали. Им надо было сохранить традицию. Почему они так делали? Потому что в любом поиске, творческом поиске, в любой импровизации есть побочный эффект, когда можно отклоняться от традиции, от канона и вообще терять канон. Общие правила. А тогда было такое время, что нельзя было экспериментировать. Естественно, Византийская империя была под османским игом, то есть она разрушилась, Греция была под османским игом, и надо было сохранить все, что ценное осталось. Поэтому они очень строго следовали системе, геометрической системе построения. Позже, как оказалось, в 17 веке постепенно все-таки смешалась поствизантийская икона с итальянской, с такой барочной направленностью, и получилась такая итало-критская школа, где византийская икона смешалась с барокко. Это получилась такая аномалия. Скорее всего, это просто из-за того, что нужно было иконы куда-то реализовывать. Европейские заказчики, наверное, предъявляли свои требования, и все это произошло постепенно, понемногу подмешивалось это направление, и как-то незаметно, и традиция была изменена. Несмотря на то, что они очень строго вначале следовали, а потом поменяли. Но в русскую иконопись это пришло позже. Русская икона дольше продержалась в традиции, хоть и самобытно была. Так. Модульная система будет состоять в том, что нам нужно найти какой-то размер, который бы здесь везде повторялся. Но обычно это размер носа. От подбородка до ноздри, от ноздри до переносицы. И от переносицы вот до каймы получается, а потом макушка чуть ниже. Возьмем расстояние до глаза, слизничок глаза, переносица носа, они где-то рядом. Предположим, у нас вот здесь будет переносица. И вот этот размер мы поделим на две части. Вот. Это и будет модуль. И также эти две части отложим вниз. Два. Так, еще проверим размер шеи. Он меньше модуля. Сколько? Сейчас проверим. 3. На 1/4. Вот размер шеи. 3/4. С помощью файла и несмывающегося маркера нужно сделать угломер. Просто поделить. Сделать прямой угол. Половину. Четверть. Это вы потом сделаете. С помощью угломера вы можете проверять наклоны. Вот здесь есть трещина, которая идет по стыку досок. Она как ориентир вертикали. Вот относительно вертикали вы видите угол наклона бровей. И угол наклона глаз, он параллельно бровям. Также у нас еще есть угол наклона лика. Перевернем. Вот видите наклон щеки. Посередине получается, между вот этими двумя наклонами. Можем сразу заложить эти пропорции.
например, можно даже где-то с краю. Ставим линию вертикально параллельно краю. Эта линия может быть даже где-то сбоку. Мы все равно будем параллельно рисовать. Сдвинем ее потом куда надо. Вот. Это наклон щеки. Наклон бровей. Вот он. Наклон глаз. Нужно некоторое время пользоваться такими приспособлениями, чтобы глазомер привыкал эти размеры отслеживать. Потом, конечно, нужно научиться все наклоны улавливать на глаз, но постепенно. Сейчас первоначально всегда в обучении рисование больше похоже на черчение. Так и в академическом образовании первое время рисуют какие-то геометрические формы, это тоже, а также рисуют какие-то, например, плоскости, кувшины, формы, все на просвет, с эллипсами, с осями, все больше похоже на черчение. Причем черчение формы насквозь, нужно видеть форму насквозь. Здесь у нас черчение плоскостное, здесь очень важно найти размеры и наклоны. С вертикалью мы уже определились, и у нас центр зафиксирован композиционный. Теперь нам нужно решить, какая будет ширина. Для этого мы также используем этот размер модуля и просто замеряем. Раз, два, три. 3,5 модуля. Но нам еще важно так расположить изображение, чтобы лбом голова не упиралась в край формата. И также, чтобы затылок не прилипал к формату. Поэтому мы немного отступим с двух сторон. Примерно наметим расположение головы. И теперь уже в этих параметрах постараемся заложить пропорцию. Возьмем один край. Раз, два, три. И там чуть больше половины. Вот так. Ну, точнее, тут уже идет 2/5. Давайте возьмем один модуль, поделим его на 5 частей. Вот так. Здесь будет один модуль, второй, третий, и здесь 3/5. Возьмем 3/5 вот сюда. Причем с вот этими метками связано еще расположение частей. Уголок переносицы, от края головы до уголка переносицы ровно модуль. От уголка переносицы до уголка глаза. Еще один модуль. От уголка глаза до уголка складки. Третий модуль. И дальше там уже до края. Здесь можно добавлять больше или меньше делать, но здесь уже, возможно, это сделано. Можно сделать интуитивно, но здесь сделано тоже по системе пропорционирования. Значит, здесь у нас будет, уже мы ориентируемся, что здесь у нас будет примерно переносится, здесь уголок глаза, здесь складка пойдет. Настолько
четко все с помощью циркуля и измерительных инструментов греки составляли. Ну, как музыку по математике, с помощью математики же составляли и составляют. Также и изображения составляли. Но эти системы, в общем-то, лишают изображения творческой инициативы. Если на них делать упор, на эти системы, то творческой свободы и какого-то простора духовного становится меньше. Это нужно учитывать. Для учебы полезно, а для профессиональной работы не полезно. Ну, как лекарство, оно полезно в свое время, а потом оно вредно, когда человек здоров. Или когда нужно иммунитет поддержать. Сначала стимуляторы иммунитета полезны, а потом они бывают вредны, потому что они подавляют личный иммунитет человека, вы же знаете, да? Замещают. Вот. И поэтому здесь то же самое. Вы геометрически все строите систему, все хорошо получается, но ваша личная творческая инициатива и умение не развивается. Ну, заменяется, просто заменяется математикой. И человек может деградировать. Это нужно учитывать. Поэтому в учебе уделяем какое-то время такой работе, а потом постепенно переходим к свободному рисованию. Но когда в свободном рисовании вы видите, что все разваливается, ничего не получается, значит, надо опять возвращаться к системам построения. Какое-то время опять строить, потом опять пробовать писать кистью творчески. А как да. видеть, что у меня разваливается? Так, когда вы изучаете геометрию, то у вас какие-то закладываются критерии, ориентиры. И когда вы в творчестве начинаете импровизировать, то вы уже ощущаете, где вы очень сильно выпадаете из размеров. Ну, как музыкант, например, играет и чувствует, что он вылетел из такта, и такты разрушились. То есть ритмическая структура рассыпалась. Он же это чувствует. Так же, как и танцор, например, танцует, и вдруг теряет равновесие и падает. Он же понимает, что нарушил баланс, потерял равновесие. Так же и художник. Если он сильно начинает виртуозничать... Бывает наоборот, ему нравится наоборот даже. Как он говорит, как я себя взял, а потом ну, другие говорят, да это фигня. Да, просто если очень сильно свободно писать, и это еще нравится, и нет критической оценки своего труда, то это свидетельствует о том, что нет базового образования. Нет основы, относительно которой можно сравнивать свою деятельность. Нужно изучить азы. Вначале изучить математику и геометрию, такую композиционную. Это базовые знания, через них нельзя перешагнуть. Также в педагогике, если как бы ты там красиво не преподавал или интересно, если у учеников нет результата, значит нету базовых знаний, нет основы профессии. Очень важный результат – это критическая оценка своей работы или критическая самооценка. Дальше. Вот у нас уже есть основные пропорции. Теперь мы можем поработать с формообразованием. Первоначальные формы всегда просты. Это овалы, круги и какие-то простые геометрические деления. Давайте начнем с окружности, полуокружности. Также поводим карандашом, чтобы рука развивалась. Если получается неровно, не смущайтесь. Просто продолжайте карандашом работать вот так вот, чтобы рука работала целиком от плеча. Это очень важный момент. Все равно происходит настройка координации. Если вы засмущаетесь и перейдете на мелкую отрисовку, то вы не получите уже этого опыта цельного охвата изображения, цельного рисования.
больше ориентируйтесь на то, что вы выполняете это движение, а не на то, что у вас получается. Может вообще ничего не получаться, но на это не обращайте внимания. Просто выполняйте движение. Много раз. Замечено, что если много раз проводить одну и ту же линию, она постепенно сама выравнивается, форма выравнивается. Потому что рука, как большой циркуль, все равно срабатывает, и постепенно форма выравнивается. Одно и то же, много раз, до тех пор, пока вы не почувствуете цельность формы, цельность движения. Вы в форму должны заложить простоту и цельность. Дальше примерно из этой же точки начинается построение дуги. Так, здесь мы тоже возьмем сейчас пропорцию. Вот этот модуль поделите, пожалуйста, пополам. Вот этот пополам. Здесь и будет край чепца на лбу. И создадим плавную линию. Также получается криво, но вы все равно продолжаете проводить. Ну, может, у вас ровно, я не знаю. У меня криво получается. Продолжаем проводить линию. Левой рукой. Это слишком, если слишком ровно получается, то рисуем левой рукой еще. Извините, пожалуйста, а вот эти вертикальные линии, они вертикальные или чуть-чуть под наклоном, которые следуют? Чуть-чуть под наклоном, да. Ну, можете вертикально сделать. Я просто рисую сбоку, и за счет перспективного сокращения у меня происходит неровность. Мне приходится рисовать сбоку, то слева, то справа. Теперь найдем край правой. Здесь тоже можем взять, например, две пятых модуля, две пятых, и отступить от края. Две пятых от края. Подбородок у нас уже найден. Теперь попробуем сделать красивый овал. Ориентируемся на красоту силуэтов, на их ритмическое взаимодействие, на цельность движения и на вашу технику рисования. Когда вы рисуете, рука работает целиком, и вы вниманием своим все охватываете. И в таком простом виде
находите сочетание гармоничное этих декоративных простых пятен, если вы это сможете сделать, это уже закладывается основа изображения. Если на данном этапе уже будет коряво и неровно, то так оно дальше будет заполняться. Поэтому как можно больше вращайте карандаш, чтобы линии выравнивали форму. Можно так по всей форме еще пройти, чтобы просто почувствовать цельность, цельность движения, цельность формы. Край шеи справа направлен в уголок глаза. У нас уголок глаза вот на этой метке находится. Но еще ширина шеи нам важна. Сейчас промерим ширину. Вот этот размер совпадает с шириной шеи. Вот у нас возникает уже точка, две точки, и мы можем их соединить. Если плечи развернуты в сторону, то одно плечо ниже, другое выше. В большинстве случаев в иконе направление плеча и спины отдаленные приходит вниз, в нижнюю часть подбородка, а приподнятая часть, приподнятая сторона приходит в верхнюю часть подбородка. Это как правило. В данном случае линия шеи приходит в уголок глаза и совпадает с делением по системе модульного построения. Это везде так? Нет, это не везде. Это просто нужно обратить внимание на то, что есть в изображениях совпадения. Они бывают разные. Именно за счет совпадений появляется порядок. Если математика полностью может исключить творческую инициативу, творческую свободу художника, то зачем она нужна? Нужна она для того, чтобы остудить пылкую, горячую творческую инициативу. И в иконописи это очень полезно, потому что у человека много чувств, страстей, эмоций, и канон, то есть размер, размеры, системы, они все это охлаждают. Но потом уже охлажденные человеческие чувства, взвешенные, проверенные, спокойные, пронизанные смирением и молитвой, сверху систем просто как бы накладываются некой живой оболочкой. Система геометрии, она как внутренний некий стержень, на которой уже все эмоции сверху нарастают. Вот такая идея иконописного изображения. И чем больше иконописец трудится, тем у него больше объединяются эти две силы. Система композиции и построения с его творческой свободой. Вот они прям сливаются воедино. У опытного иконописца это просто единый процесс. Он не занимается построением, черчением, он просто создает, творит, но там уже все соединено. Но до этого нужно дорасти большим трудом. А в учебе мы это делаем пока отдельно. Отдельно построение, отдельно
пластика и эмоциональная проработка, чтобы потом постепенно соединять эти две силы. Дальше. Здесь у нас уже есть уголок переносицы, и, соответственно, здесь мы можем уже провести тень. Видите, тень проводится сплошной полоской от носа к подбородку. Эта тень является тоже некой геометрической формой, которую лик делает строже. Вот у нас по этой метке мы можем уже провести границу. И таким образом разделить лик сразу на две части, левую и правую. И сюда же подвести эту метку. Здесь она будет ниже. Замерим. Так, только у нас эта линия глаз переносится будет выше. Давайте сейчас линию бровей наметим. Линию бровей. Потом линия переносится между линией глаз и линией брови, линия переносится. И уже вот этот размер от переносицы до подбородка делим пополам. Вот так. От подбородка до переносицы. Бровь посередине между линией глаз и лбом переносится посередине между линией бровей и линией глаз. Длина носа. Разметим еще несколько размеров, потом формы наметим. Возьмем длину носа на 5 частей. Поделим. Ширина носа будет две части. Получается прямоугольник. 2:5. Две части. Или 2.5 квадрата. Затем расстояние, вот 4 части, 4/5 откладываем вправо, здесь получается тоже квадрат.
сюда придет бровь. Наметим среднюю часть носа. Смещена вправо. И наметим бровь. Полностью с глазницы. Наметим тени, чтобы глазомер, зрительная память запомнила структуру. Ты что-то не успела. Вот этот прямоугольник, который... Вот этот? Да, мы поделили его на две части просто. Как мы его разделили? Высота 5 частей, это ширина 2 части. Так. Потом берем 4 пятых. 4 пятых откладываем влево. Это да. Вот у нас получается форма глазницы. И здесь прямоугольник получается уже для скулы место. А вот этот прямоугольник, да, это посередине, потом, а потом четвертина. Еще да, половина, четверть. Угу, вот этой же точки мы откладываем вправо такой же размер. Этот размер от этой же точки вправо. Давайте проведем линию. Видите, здесь два квадрата получилось, прямоугольник из двух квадратов. Правый квадрат закрыт носом. Вот прямоугольник. Два квадрата, вот нос. Наметим пятна. Тоном их затонируйте, пожалуйста, чтобы чувствовать объем, пропорцию, объем, геометрию. Отнеситесь к этому как к упражнению, просто к упражнению. Нижнюю часть поделим пополам. Это будет верхний край подбородка.
сейчас нарисуем направляющие, которые подсказывают, как глаз наш должен сверять форму подбородка с формой носа. Глаз всегда все соединяет, глазомер. Он соединяет и сравнивает смещение форм относительно друг друга. Теперь поделим пополам. Пополам верхнюю часть. Это будет блик над верхней губой. И вот эту среднюю часть между бликом и подбородком поделим на три части. Это и будет расположением уст. Теперь наметим глаз. Длина глаза, как правило, равна половине носа, половине длины носа. Проверим. Да, от кончика носа ровно половина. Берем половину носа. Кончик здесь мы еще будем немножко занижать. Давайте сейчас наметим конструкцию носа, чтобы уже четко замерять. Кончик будет чуть ниже метки, а ноздри чуть выше. И появится наклон. Возьмем половину носа. Вот длина глаза равна половине носа. А глаз справа будет чуть меньше. Вот как он поместится, вот здесь поближе к носу его поставим. И наметим, у глаза слева будет наклон чуть больше. Мы немножко приподнимаем ось, разворачиваем, делаем более горизонтальный наклон. И намечаем глаза, пока еще в упрощенном виде, потому что здесь важно только размер и расположение. Так, размер радужки 2/5. Это значит, слева поместится еще пол радужки, а справа целая радужка поместится. Или можете поделить просто на 5 частей длину глаза, 2/5 размер радужки. Это такая заготовка, получается грубая, полностью построена на геометрических принципах. Она как бы бездушная такая вот, как шаблон. Ее нужно усложнить, а потом еще и оживить эмоциями, красотой, тонкостью. Сейчас мы доработаем большие формы, складки. Потом будем усложнять мелкими конструктивными гранями. И в конце уже сделаем чистовик. Мочка уха.
здесь будет расположен на уровне носа. Скулы. Так, наметим сейчас лик, уточним все дистанции, потом уже складки вокруг. Так, нас интересуют ключевые моменты. Это прежде всего построение скуловой косточки, щеки и подбородка. Скуловая косточка будет расположена на уровне нижней половины носа. Она просматривается в образце. Вот так наметим. Плоскость подбородка смещается влево, здесь все линии идут влево по диагонали, лик идет по дуге. Плоскость височной косточки, вот она, от века до брови, до линии брови. Так. Плоскость щеки. От блика на подбородке до линии губ. Расположение этих плоскостей нужно запомнить. Если вы их правильно поставите относительно остальных форм, то изгиб будет правильным, соответствующим реальности. Если это все смещать, то будет просто искажение, которое обезображивает лицо. Лучше этого не делать. Дальше. Отмечаем дистанции до чепца. Рисуйте, пожалуйста, поярче, чтобы это хорошо в память уходило. Также очень важны дистанции до каймы. Форма чепца, все вот эти вот промежутки очень важны.
надо уметь передать их характер. Их также можно высчитывать математически. Например, ширина каймы, ширина чепца здесь одинаковые. Вот у нас есть верхний край каймы. Просто делим пополам. Вот у нас уже и получается сразу задан размер. Расположение уголков также важно. Как овалы складок связаны с овалом лика. Вот этот лик построен точно так же. И в итоге он живой, добрый, спокойный. В нем заложен порядок. Вот эта вся геометрия, это единство, все потом влияет на конечный результат. А сверху уже душевность, вот эта вот теплота, которую каждый привносит от себя уже. Так, вот эта золотая меточка, видите, направлена сюда, вот к уголку. Вот к уголку глаза. Помните, у нас здесь были вот эти вот делители. Вот они. Раз, два, три, вот сюда. И это не случайно оно направлено, оно тоже как бы встраивается в систему. Там, здесь относительно горизонтали небольшой подъем справа. Стараемся, чтобы ширина каймы была одинаковой. Следим за дистанцией, вот этими окошками между форм. Можно их вот так отдельно выделять, вниманием отслеживать. Здесь такая трапеция, здесь такая, здесь такая. Рисуем, в общем-то, вот это пространство, его форму. Чтобы его легче рисовать, делите просто на части, на сектора. И вот эти все сектора прорабатывайте. Сравнивайте, где шире, где уже. Где плоскости друг друга отражают, где они расходятся. То есть все внимание вот на эти вот пространства. Никогда старайтесь на линии внимания не замыкать. Линия пусть будет грубой, простой, чтобы не отвлекала вас. Если вы начнете сразу красивенько прорабатывать, отвлечетесь на это и потеряете пространство. А рисуйте грубо, чтобы внимание ваше было сосредоточено на дистанциях, на пятне. Потому что именно пятно будет создавать выразительность. А красота линии – это уже поверхностное. Это уже, так сказать, украшение.
полюбуйтесь вот этой формой, треугольником. Чипец. Вот рисуете чипец, можете продлить линию, посмотреть, куда она направлена. Вот это, например, направлено вот сюда, вот к носу. Это к подбородку. Чтобы все переплеталось, все было наполнено движением. Деление на складки тоже здесь очень важно, чтобы не было однообразных ритмов. Чередуются просто большие и малые формы. Сначала нужно это все сделать в упрощенном виде. На следующем этапе мы будем конструировать мелкие формы. Также, чтобы успокоить всю структуру, чтобы не было излишней пластичности. Тут нужно отметить, что бездушный мир, он так примерно и устроен. Планеты вращаются. Вы знаете, что небольшое смещение, и все совершенно будет по-другому. Все настроено очень тонко, математично. Вся физика, математика, все вот примерно так вот, жестко. И в то же время мы же с вами живем на всем готовеньком, мы же себя не создавали, природу не создавали. Мы своей жизнью так, в принципе, не руководим. Ну там, сердцебиением, пищеварением, обменом веществ, мы же... Это за нас кто-то делает. Вот Господь за нас все это сделал, все это запустил, оно все работает, все настроено. А дальше уже идет наша... живая, свободная душа, жизнь души, ну и нашей временной жизни. Вот в чем интересно и тайна бытия. То есть в основе все равно есть какая-то математическая жесткая система. И маленькая доля свободы для нашего творчества, для нашей жизни. Вот мы сейчас достроим эту структуру бездушную, а потом понемножку туда добавим нашего отношения, нашей доброты, любви,
изображение оживет. Сейчас мы маленькими гранями обработаем все формы. Как мы уже с вами проходили, будем делить форму века на 5 частей. Все строго повторяем. Бровь тоже поделим на 5 частей. Брови покажем толщинку серым тоном. Радужку тоже гранями пока обработаем. Зрачок поставим. Нижнее веко плоскостями.
Вот, казалось бы, прямые линии в образце, но если присмотреться, у них есть небольшие наклоны. И эти наклоны нам нужно показать гранями. Когда мы прямую линию дробим на части, мы ее усложняем. Она становится более пространственной. Быстренько. Очень полезно рисовать такими маленькими отрезками. Вы также приучаете свое внимание и руку. Потому что когда мы ведем линию целиком, рука всегда выводит ее в сторону. А рисуя отрезками, вы всегда работаете четко по форме. Дисциплинируйте свою руку и глазомер.
образец есть в чате, нет? Нету. Сейчас сделаем. Далеко просто. Сила. Вот такая легкая проработка серым тоном. Рисунок воздушный. Акцентов черных должно быть очень мало, потому что черный цвет на белом фоне очень сильно напрягает внимание, и очень сложно будет рассматривать такой рисунок, который перегружен однообразными черными линиями. Поэтому, если, например, рисунок перетемнился, то можно взять клячку или мякиш хлеба, размять немножко или покатать крошки хлебные вот так, чтобы рисунок стал серым. В этом заключается еще культура подачи рисунка, как вы его преподносите. Это как речь. Она может быть очень навязчивой, резкой, громкой, а может быть тихой, спокойной, отдаленной. И когда человек говорит тихо и спокойно, то хочется прислушиваться. Если там еще слышен какой-то смысл, то это становится интересно и влияет благотворно. А если речь резкая, громкая, навязчивая, то хочется создать некую дистанцию.
У нас так и были, да? Четырех нет. Трех или четырех нет. Я думала, вот про то, что будет жарко пасть. Ну, а жили кое-то, но нет, мы не запались, не взяла. Вот этот рисунок можно считать завершенным, но его еще можно дорабатывать, менять глаза, взгляд, с носом поработать, можно тоньше сделать, можно чуть-чуть поменять пропорции, с устами поработать. В общем, можно еще с выражением долго работать. Но главное, что уже есть основа, есть порядок. И дальше, дальнейшая работа происходит с нюансами, в поиске выражения. Можно, например, отложить этот рисунок, а через несколько дней к нему вернуться, посмотреть свежим взглядом. Или, например, сходить в храм на богослужение, вернуться и посмотреть рисунок. Или молитву прочитать, посмотреть на рисунок. И вы будете его воспринимать по-разному, и вы в нем увидите то, что не соответствует духу. Духу храма, например, духу молитвы. И то, что соответствует, вы почувствуете сердцем и можете что-то изменить, доработать. Это открывается не сразу. Но главное, какую-то базовую основу в изображении заложить, чтобы было над чем дальше работать. Естественно, что если изначально рисунок не сложился, не состоялся, то а ни о каких нюансах уже и речи быть не может. Тут надо работать именно на уровне художника, пока еще создавать. А когда вы уже как художник все сделали, все, что могли, вы можете уже заниматься более высокими, тонкими материями, работать с ощущениями от иконы. И перепрыгнуть этот этап невозможно. Вообще наша вера православная, она такая, она очень практичная, она очень связана с жизнью. Нет такого, чтобы можно было как бы оторваться и уйти в мистику, абстрагироваться от жизни, от реальности. Такого в нашей вере нет. Постулаты веры, все мы проверяем на деле –